Чего ты мне там покинул? Кто выигрывает? Распотрошена папина сумка, достали карты. И играет. Кто выигрывает, сыночка? Чья? Матвейка выигрывает. Че, победил брата, да? Карты научился играть? Ну что, рассуждает. Это, говорит, карта. Это что ли карта? Это и бьешь. Все, кто победил? Вот так, молодцы. Вечер в карты играют. Картежники. Вот так, молодец. Молодцы. Сынульки мои любимые. Мама зубы чистит. Карты. Держи. Это мое. Уже подкидывает мне. Не успеваю. Что там подкидывает? А что, по что он оттуда берет? Так надо играть? Мамка-то не умеет в карты играть, я ничего не понимаю. Деловой. Вот так проводится вечер, ага. Нашли карты, бы не были найдены у отца в сумке. Все, игры бы не было. А вы играете в карты? Я вот не люблю карты вообще. Да, вот так. Молодец. Нормально. Нормально, у нас все нормально. Вешается картина. Принесли стол. Маленький, поменьше столик принесли. Матвейка тоже участвует. Смотрит, ему все интересно. Карты наигрались, да? Наигрались карты. Матвей тоже подсказывает. Да, подсказываешь папе? Правильно они вешают картину? Ну, да картина таскаться, говорю, ну-ка хоть сюда повешать ее. Да? Нормально. Красиво. Нормально. Все, не спорь. Не спорь с Матвеем, видишь, он тебе говорит. Да, сына? Друзья, всем доброе утро. У нас время начала 9. Я проснулась. Посидела в ТикТоке. Думаю, так кушать хочется. Хлеб с сыром. Сварила себе кашу геркулесовую. Не могла дождаться ее. Перед этим закусила роллами. Оставались роллы. Дети что-то не особо. Ну, поели, ну так, потому что еды много было всякой. Чаечек сделала. Сейчас наемся. Не знаю. Картошки начистила, супечек сварила на печке. Муж на работу ушел. Матвейка спит. А я завтракаю. Все, кто кушает, приятного аппетита. Так каши хотела. Кто-то девчонки писал. Вы, говорит, что все съели? Неделю ищет, что ли? Мы не съели. Но мы хотим свеженького. Дети тоже хотят. Но они доедали, конечно, вчера салаты. Я тоже ела. Салатик. Вчера ничего не варили. Такое ели. А я уже вчера хотела свежего, но сегодня уже все. Сегодня уже свежего хочется, уже кашки, супчика. Так что, какие у нас завтраки.
Каша геркулесовая. Давно хотела. Так что наемся сейчас. Объедение. Время день. Пошла я в аптеку. Мне надо сходить. Ой, посмотреть, не знаю. Может, в газовик какой-нибудь зайти. Насос мне надо. Надо мне насос купить. Так что иду потихоньку. У нас небольшой снежок. Ну, погода, в принципе, хорошая. Варежки взяла. Но иду, иду нормально. Хороша погодка. В такую погодку можно и погулять. Так что дома поделала дела. Бабушке все убрала. Да. Последняя мазь как раз кончилась. Сейчас, говорю, надо сходить быстренько до аптеки. До, как, до какой вот только. Во все придется сходить. Говорили, в одной аптеке только 5 числа салфетки привезут. Так что сегодня у нас еще только второе. Что у нас второе? Запуталась уже. Так что иду. Воздухом дышу. Девчонки, мальчишки, как мне повезло, девчонки. Вообще у нас сегодня ничего не работает. Зашла в ту аптеку, в Живику. Она у нас закрыта. Центральная аптека, вот. Она у нас, слава богу, работает. Иду мимо садика. Когда-то в этот садик ходила, девчонки. Садик Родничок. Купила насос, кстати, мне повезло. Очень повезло, магазин работает. Так что иду домой. Ну что, ручки-то подмораживают, варежки даже одевала. Так, поликлиника наша. Мимо поликлиники. Мимо садика, кстати, этот участок наш был. Когда-то я здесь играла. Да, пролетело время. И стали все взрослыми. Да. Уже подхожу к дому почти. Катаются с горки. Катаются. Снежок валит потихоньку. Красота. Погодка хорошая. Можно гулять в такую погоду. И с горки покататься. Как-то бы еще не пасть. Ложечка, я уже дома. Уже дома я прибежала. Нет, у меня вот чисто посуду мыла. Дочь мыла посуду. Я еще зашла, Марина, в булочную. Думаю, это... Посмотрю, что там есть. У нас хлеб есть, в принципе, не стала я набирать. Он еще 4 батона покупал. А купила он коржики. Коржички, коржички. Последние 4 коржика забрала. Таких. Ну и обычные ранешние вот такие коржички. Тоже. Тоже 4 взяла. Сейчас с чаечком. Чаечек себе налила. Самое главное, девчонки, купила насос. Насос за 2000 рублей. Так вот. Такой вот насос. Слава богу. Не знаю, муж сегодня до вечера на работе. Кто нам поменяет? Ну, кто поменяет? До завтра ждать. Так, аптека у нас, слава богу, тоже работает. Работает центральная. А, купила мазь вот такую. Афламелит. Когда-то я покупала, ходила к одной бабульке, заживляла тоже пролежни. Вот 490 рублей такая мазюлька стоит. Но она очень, очень отличная. Ну, купила, конечно же, опять салфетки. Салфетки, бинтики. В общем, а, еще маленьких я же взяла. Маленькие взяла, да. Маленькие по 62, а большие по 108. Центральной аптеки. Везде цены разные. Так, скоро она мне дала их. Ну вот, сейчас опять нам хватит на несколько дней. Так что это... Так что вот такие покупки. А ничего и не надо? А ничего и не надо. Все есть. О, конфеты к чаю. У меня там похлебка сварена. С утра была каша геркулесовая. Данечка там водится. Так что я вот сейчас хлебану чаечка. И бабушке надо поменять будет еще. Вот эту мазь сделаю ей сейчас сразу. Сразу. Дай бог, чтобы она хорошо заработала. Прям начала работать. Потому что я говорю, сильнее. Вот ходила к одной бабушке тоже. У нее еще сильнее было. Там вообще было страшно. Но мы боролись, мы заживили. А тут вот никак не могу. Прям вот переживаю. У меня вот прям
Ой, как заживить пролежни? Очень тяжело лечиться пролежни. Я вот ее вчера положила на бок. Ну, она ложится на спину. А оно как раз возле копчика на позвоночнике. Ну, короче, страшно. Но что делать? Кто не видел такого, те не поймут и не знают. Не знают, что это такое. Да, они очень быстро расползаются, мгновенно прям. Ой, ничего я не хочу, никакие коржики. Так думала, зашла, девчонки, увидела селедку. Прям такая, говорю, ой, нельзя мне сюда заходить. А смотрю, полки-то почти пустые, свежий хлеб, правда, у них. Здесь вот недалеко у нас тут ресторан наш, и ресторан, и сеть. Там у нас, в общем, булочная, сейчас там пекут хлеб от хлебзавода. Ну, коржики вот, такие разные всякие. Ну, особо выбора нету, все расхватали, конечно. Ну, хлеб свежий, несколько лотков было. И селедка стоит такая, смотрю, у меня аж слюна потекла. А потом думаю, что она у меня текет? У меня вон 4 или 5 банок пресервы дома стоит в холодильнике. Хорошо, что вспомнила, так бы сохватала эту селедку и... Да уж, ну так бывает. Глаза заведущие. Марина, ты не хочешь чаечек-то попить? Так что время уже 3 часа. Так что все. Одно и то же, блин, в голове у меня. Ну что, делаю дела, да, пойду туда. Посмотрю, хотелось еще погулять сходить. Не знаю, погода такая хорошая. Сейчас иду, ребятишки катаются, оттуда народу идет с рощи, с бубликами. Катаются на горке. Сейчас Виталий, говорю, прогуляться. Хочу погулять с Матвейкой, сходим. Холодина. Я в обратную дорогу шла без варежек. Вообще у меня даже руки не замерзли. Так что погода у нас хорошая. Красота, можно гулять. Дома все дела, поделов, собрались мы на прогулку и в гости. А Матвейку только положишь в коляску, и все, он парень моментально засыпает. У нас снежок подваливает. Ой. Идем прогуляться. А то, говорю, дома сидеть, что-то вообще нет желания у меня сидеть дома. Да я еще подарок не подарила подруге, так что, говорю, надо сходить поздравить. Сейчас вот надо пройти вот по этому страшному мостику. Летом сюда ходили, девчонки, полосы шоркали. Сейчас буду пробираться. Ура, ура. Мостик наш позади. Неохота вокруг ухти, говорится, картинки. Он нормальный, просто я боюсь. Кто-то бегает по таким мостам, по навесным мостам. Я вообще боюсь мостов. Неважно, он еще такой тоже. Ну его подделывали, он еще и подюжит. Ой, так что прогуляемся, подышим воздухом. Надо гулять ходить, не засиживаться, чтоб дома. Так, прошли мы целую улицу. Здесь вот у нас река Катайка, которая порой разливается очень страшно. А вот это мост. Такой вот мостик тоже. Ну, нам бы вот оттуда, получается, мы бы круг. А тут мы немножко, получается, вот тут вот мы сократили путь. Сократили. И теперь мы пойдем вот в ту сторону. В сторону Савина. Тут такая дорога вообще. Машины ездят. Этих тротуарчиков нету. Ну тут перейти сейчас надо будет еще туда. Мы уже, друзья, подходим. Почти подходим. Мы просто раньше, девчонки, всегда по этой улице ходили. Такая улица грязная. Сейчас, конечно, снег. Все это замело, ничего не видно. Но вот когда мы здесь жили, я уже показывала вечерком когда-то. Снимала. Но плохо видно. Сейчас вот посветлее покажу. Покажу наш дом. Ой, как тяжело было переезжать. Так мне хотелось здесь жить. У нас тут так классно. Там лес. Лес рядом. Красота. Так что... Так, вот наш домик. Когда-то мы здесь жили. Чарли, Чарлик,
бегает. Песик старенький. Ты старенький, да? Ой, Чарлик, встречаешь? Ничего, снежок-то подваливает. Подваливает лес весь снежный, такой красивый. Красотища. Так что будем гостить. Гостить. Так бы сходил в лес-то на лыжах. Какая прелесть. Мы бы, может, девчонки, еще бы тут жили, но до города далеко. Да и места бы нам тут было маловато. Строиться, конечно, мы хотели. Фундамент заливали, но ничего не сделали и переехали. От Седова мы теперь живем там. Уже 8 лет. Ой! Мария! Сейчас заходим. Мы уже в гостях. Здравствуйте. Шоу. Не смешили. Мария. Котика видно. Маша встречала в окошке меня, да? Увидела. Котик, да, сидит. Гостей намывал. Котик. Да? И мы пришли. Мама сало режет. Нарезает сальцы, да? А что? А где это тут? Не было здесь. Ну, грязный. Так что гостим. Не знаю. Чаи гоняем. Тарталетки доедаем. Че? Да мне ладно, это хлеб там. А мы сожрем. Ладно, хлеб-то купили. Ну, это все хлеба. Нет, Алиса, я сегодня с утра ела кашу геркулесовую. Потом через какое-то время еще немножко каши поела. И попила чая с одной конфеткой, когда пришла с города, ходила, покупала насос, вот купила, что-то бабушке-то все это купила, что сделала, дела, да, говорю, пойдем по гостям. А хлеба, этот, хлеб, не знаю, магазины работают, не работают вроде как. А в это работа булочная? Ну, булочные-то были, лотки свежие хлеб привезли, ну, им привозят, наверное, с хлебзавода. Ну, свежий был. Ладно, пойду, я говорю, зашла, так соблазнилась, селедка дома, 4 пачки, 4 банки при сервисе. Не взяла, слава богу, хоть вспомнила. Так что, сальцы. А мы про морозилки рассуждаем. А, морозилки. А у нас, ладно, вот морозилки-то затарены, а я про сало вспомнила. Говорю, у меня в морозилке где-то сало лежит. А вот подруга-то сало-то мне и поднарезала. Говорит, сейчас нарежем и покушаем. Да? Ты любишь сало, Мария? Сейчас. Не любишь? Так что будем гостить. Мы приехали домой. Папка нас забрал на машине. Приехал папа за нами, да? Виталя огребается. Снегу подвалило у нас. И снежок еще идет. Идет тихонечко. Подметает. Ну, сгребай, сыночка. А мы с Матвейкой дышим. Домой пойдем? Пойдем домой? Ну. Я подъехал. Как Марина-то вылезла? Обычно вылезла. Все, ладно, мы туда, Саша, туда пошли домой. Туда пошли? Ну, конечно, там Даня печки топит. Печки, печку хоть. Даня, сегодня первый раз. Первый раз ты, сына, топишь печку? Баня топили. Ну, баня, это баня, сына. А мы уже пришли, Матвейка у нас бегает. О, у нас дома тепло, хорошо, да, сына? Данечка натопил печку нам. Молодец, мальчик. Молодец, мой сыночек. Все надо уметь делать, сына. И печки топить. Немножко посудки тут у нас. Помоем, сейчас поубираем кое-что. Так что такой у нас денечек, девчонки. Посуду сейчас вымоем, дела доделаем, помоемся и будем отдыхать. Так что на сегодня я свое видео закончу. Всем скажу огромное спасибо. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Так что подписывайтесь на канал, кто зашел впервые, кто любит простую жизнь смотреть. Так что, девчонки, огромное спасибо вам за поздравления еще раз и много-много раз спасибо. Так что всем пока-пока, мои дорогие.